Извините, я сегодня трубку забыл. Не пропустите? Не положено. Это же Малах. Таких людей знать надо. Я знаю. И в чем проблема? В инструкции. Да где это чертов пропуск? Проходим. Как жаль, но ты сегодня не со мной. Ну, лотерейку возьмите на сдачу. Я 5 лет вот так ее вижу. 36-1-5. Подойти не могу. А что это за аукцион? Благотворительный ужин с Ириной Синицыной. Это, короче, ты платишь, и на 2 часа она твоя. Короче, развод. Охренеть! Олигархи! Нищеброды. Это мой шанс. Грин стал миллионером. Я тебе эту хрень сейчас задницу засуну, понял? Че, типа, если родила, все вокруг тебе должны, в том числе парковочные места. Остался хоть кто-то, кого-то не оскорбил. Руководство телеканала решило вывести тебя из сериала. А что, если я предложу вам контракт? Надеюсь, деньги у тебя с собой? По условию контракта деньги вы сможете получить через 5 лет после его заключения. А это Ирина. Она будет жить со мной. Она и 5 лет в общаге не протянет. Мать! Между вами пропасть. Значит, придется ее перепрыгнуть. Добро пожаловать. Будет уместнее вечер в хату. Люди очень любят такие истории.